Грифовая черепаха. Самая большая черепаха, которая содержится на территории Российской Федерации. Как вы думаете, где она живет? Конечно же, в Алуштинском аквариуме. Кто знает, сколько ей лет? Правильно. Более 20 лет. А ходят слухи, что ей даже, по определенной информации, даже 60 лет. Вот в таком аквариуме она бегает, прыгает и развлекает не то что посетителей, а всех, кто придет к нам. И даже самых маленьких. Это видео специально для тех, кто говорит, что ваша черепаха совсем не двигается. По утрам она гуляет, развлекается, а ближе к обеду она замирает и ждет добычу.